Все мое почтение, и вот хотел бы знать ваше мнение. Вот как вы считаете, зачем 29 декабря 2021 года, фактически в канун Нового года, будут встречаться два диктатора, Путин и Лукашенко? Вот какая цель, на ваш взгляд, встречи этих двух дедуганов, которые пытаются затянуть в ГУЛАГ, превратить две страны в ГУЛАГ? Вот зачем они будут встречаться? Какая цель их? И почему они так встречаются уже фактически на протяжении 2 лет уже? Такое впечатление, что они как на свидание друг к другу ходят. Какая-то хрень получается. Это ж надо встречаться 29 декабря. О чем они теперь будут говорить? Лукашенко окончательно сольет Беларусь, превратит в губернию российскую. Какой смысл вот этих встреч? Вот что вы думаете по этому вопросу? Напишите в комментариях.